Михаил Акаемов на сцене уже 18 лет. Актер признается, за эти годы играл только комедийные роли. Но юбилейный спектакль изменил все. Режиссер определил его на роль главного злодея Герострата. Сомнений не было, потому что роль потрясающая, колоссальная, как для артиста, для развития, для опыта. Я сразу сказал «да». Герострат – это знаковая фигура в истории. Горин – гений. Он написал про человека, который сделал большую, величайшую гадость в мире и прославился. Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата», написанный еще в 1972 году. Речь идет о греческом базарном торговце. Главный герой сжигает храм Артемиды в городе Эфес, который возводили сотню лет. По мнению режиссера Евгения Дробышева, автор произведения предсказал будущее. Остается просто удивляться, как Горин, где он взял этот сюжет в 70-е годы, когда, казалось бы, откуда это все? Он вдруг просто угадал. Наше время. В этом году театру «Самарская площадь» исполняется 25 лет. По словам актрисы и директора театра Натальи Носовой, билеты на спектакль раскупили за месяц до премьеры. Зрители ждут с нетерпением. Ждем гостей, ждем друзей, ждем наших коллег из других театров, которые придут с поздравлениями, либо просто придут к нам в гости посмотреть и вместе после спектакля отпраздновать наш юбилей. И, конечно, ждем зрителей. Премьера состоится 13 и 14 декабря на сцене театра «Самарская площадь» в 18:30. Павел Баймаков, Владислав Манин, ГИС «События».